Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному осваиванию абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам хочу рассказать о такой неприятной ситуации, которая у нас иногда возникает при вязании ажуров, при использовании многоигольных декеров. Когда нам нужно снять на декер большое количество петель одновременно и перенести их на соседние иголки. Ну, во-первых, желательно поднять язычки на всех иголках, чтобы это не делать пальцами. Облегчаем себе работу поднимателем язычков. И дальше. Смотрите, какая бывает ситуация. Вот мы надели декер на иголки, вытащили, поставили иглы в переднее положение. Сейчас моя задача опустить иглы назад, то есть пересадить петли на декер. Но бывает такая ситуация, когда пряжа пушистая, язычки цепляются за петли и приходится их пальцами поднимать. Пальцами, ногтями, декером, чем угодно. То есть мы тратим силы, время и нервы. Так вот, если у вас постоянно возникает такая проблема, возьмите тонкую линейку. Желательно железную, она очень тонкая и в то же время плотная. И вот смотрите, достали язычки, закрыли все оптом. Четко закрылись язычки, вообще проблем больше не будет. После этого вы можете спокойно взять и пересадить ваши петли на нужные иглы. Этой же линейкой вы можете подправить язычки на машинке. И проблем с пересадкой у вас вообще больше никогда не возникнет. Одной рукой держим декер, второй линейку. И оптом поправляем язычки. Если ситуация критическая, вам постоянно приходится поправлять петли, то линейка нас нам поможет и облегчит задачу. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями и приходите в нашу школу машинного вязания, где мы обучаем осваиванию абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.